Декларируется, что основная цель учений – отработка взаимодействия военно-морских сил разных стран в борьбе с пиратством, обеспечение безопасности морских коммуникаций и эвакуация населения. Самым главным питанием, которое является позитивом на сегодняшний час, это совместное отработание и достижение этим чином стабильности в наших регионах. Мы привлекаем много стран сюда, мы имеем возможность показать нашу страну. Министерство обороны утверждает, что подобные учения уже принесли Украине большую пользу. Это продемонстрировала эвакуация из захваченной гражданской войной Ливии на украинском военно-морском судне «Константин Ольшанский». За такой опыт Украина готова выложить 3 миллиона гривен. В данном случае цена не играет такого большого значения, а цель и результат на самом деле определяют все. В этом году военные будут тренироваться с 8 по 20 июля в Одесской и Николаевской областях. Также на определенных морских полигонах Черного моря пройдут американские военно-морские учения с приглашенными представителями флотов 7 стран НАТО – Болгария, Италия, Германия, Канада, Румыния, США и Турция, а также Азербайджана, Грузии и Украины. Среди наблюдателей – Катар, Ливия, Таиланд. Максим Шпат, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.